отцы, отцы. Отцы. Отцы! На буксир взять? Отцы! Отцы! Три ишака не могут сдвинуть одну арбу. Катись, сестре. Я спешу, а то бы я вам показал. А, не связывайся. Не связывайся. Он тобой смеется. Он такое про тебя ребятам говорит. Ты бы проучил его как следует. Я не хочу драться. Трусишь, да? Нет, просто считаю драки глупым занятием. Ха, нашел отговорку. Отцы! Ну что ты смотришь? Подложи камень!
Принеси напиться. Кому говорят? Скорее! Нет, не ты. Твой брат уж подаст кувшин. А ты здесь не командуй. Я сказал, пусть он подаст. А я говорю, ищи другой водопой. Ну и болван. Открой. Эй, Гела, я пить хочу. Дай воды. У моего брата попроси. Эй, Гела. А ты что, как пень стоишь? Может, поговорим? О чем говорить? Тебе бы юбку носить, а не штаны. Теперь он уже в глаза над тобой издевался. А ты и пикнуть не посмел. Не боюсь я его, не боюсь, понял? Явился наконец. Это мой старший брат. Опять таскался на эту несчастную гору. Чего ты там не видел? Отойди, я распрягу. Смотри, какая у нас гостья. Узнаешь? Она была у дяди Мито, а я ее позвал. Ну что стоишь? Не бойся, не укусит. Иди-ка познакомься, она приехала из города. Здравствуй, меня зовут Лия, а как тебя? Ты что, не мой? Скажи девочке свое имя. Антимос его зовут. Он у нас застенчивый. Молчи, пока я тебя не всыпал. Показывай свою храбрость в другом месте. Гела, оставь его в покое. Возьми хлеб. Отнеси тетушке далеко. Иди, мой мальчик, иди, она ждет. Держи. Лия первый раз в деревне. Ей хочется везде побывать, все посмотреть. Так пусть идет. Ну кто же так гости принимает? Пойди погуляй с ней по деревне. Опять этот колпак надел. Пойдем. Иди погуляй, детка. Антимос, одолжи свою шляпу.
И тебе не нравится эта шляпа? Нет, почему же? Она тебе даже идет. А ребята надо мной смеются. Мама ее несколько раз выбрасывала, а я ее люблю, не могу без нее. Мне ее подарил один старый художник. Он приезжал в нашу деревню и всегда в этой шляпе природу рисовал. Он всех наших ребят готов был учить рисовать, но они... Последний раз приехал в позапрошлом году. С тех пор я его не видел. А я его жду. Хочешь узнать секрет? Хочу. Это на самом верху. Пойдем. Ну иди, не бойся. Сюда никто не ходит. Зимой раньше ночевали пастухи. А сейчас это моя крепость. Не смотри сюда. Я же просил, Илья, отвернись. Теперь можно. Это ты сам сделал? Да, это моя работа. Послушай, ты еще кому-нибудь показывал? Нет, дома такие вещи не любят. Ну, а в школе я стесняюсь. Что это за птица? Ха, это птица из песни. Из какой песни? Старинная песня о сказочной птице. Я всегда о ней думаю. Я много раз рисовал эту птицу. А когда-нибудь вырублю ее на самой высокой скале. Ты знаешь ли, я... А, вот вы куда забрались. Господин художник, нарисуйте нас вместе. Что, только девочек рисуем, да? Ты будешь рисовать? Ах так!
Не трогай эту шляпу. Ребята, бросьте, что вы? Делексо. Эй, Лексо! Взять тебя на буксир! Лия уезжает. Отец возит ее. Thank you.